Друзья, привет! Сегодня хочу поделиться с вами десертом. Невероятное яблоко в тесте. Мама дорогая, это волшебство. Готовится все очень легко и просто. А посмотрите, какие они еще до духовки аппетитные. Все, сейчас всему вас научу. Яблоки лучше брать крупные. С ними будет удобнее и лучше работать. Нарезаем вот такими шайбами. Толщиной около сантиметра. А дальше берем крышечку, которая вам нравится по цвету или по размеру. И вот так вот вырубаем серединку. И дети, и взрослые очень любят этим заниматься. Друзья, очень легко, все здорово получается. Яблоки мы подготовили. Для этого рецепта я использую слоеное тесто бездрожжевое. Вот оно у меня было замороженное. Сейчас на кухне оттаяло. Чтобы удобнее было работать, слегка присыпем мукой и подкатаем, чтобы вот эти вот заломы, швы у нас соединились. Разрежьте пополам и потом вот нарезаем на такие полоски. Стараемся делать их одинаковыми. А дальше все очень просто. Каждую полоску вот так вот пропускаем через наше тесто, делая такие лепестки из теста. За счет того, что мы пласт разрезали пополам, вам будет удобнее все это делать. Классический рецепт яблок в тесте есть у нас на канале. Можете набрать «Другая кухня. Яблоки в тесте» и приготовить в мешочках. Но вот смотрите, какой десерт у нас сейчас получился. Остается смазать тесто, ну и яблоки заодно, яйцом. Готовим смесь для посыпки. Ложку столовую сахара и пол чайной ложки корицы. Перемешиваем. Аромат вообще, вот это вот я считаю праздничный, потому что корица с сахаром, яблоки, тесто, мама дорогая. И посыпаем. Духовку разогрел на 180 градусов. При этой температуре и будем выпекать минут 25. Волшебство у нас продолжается. У меня все готово, друзья. Аромат по кухне. Ух, горячий, волшебный. Перекладываю яблоки на решетку, чтобы они слегка остыли. И ставим чайник на плиту. Не устаю, друзья, повторять этот рецепт, этот десерт круглый год. Перед подачей обязательно посыпьте сахарной пудрой. Кстати, друзья, я уверен, вы со мной согласитесь. Кто готовил, тому два. Яблоко в тесте. Посыпаем и подаем. Невероятно нежное, вкусное тесто. Хорошо пропеклось и яблочко. Обалдеть. Все нежняк. Готовьте обязательно.